Микрорайоне Московский, городовой Жигута, в этом году появится первая в Карачаево-Черкесии долгожданная умная спортивная площадка, оснащенная камерами, системой учета посетителей. Альбина Курачинова-Кенжева узнавала подробности. Микрорайон Московский издавна славится своими спортсменами. Многие мальчишки-футболисты, которые в прошлом тренировались на обычных полях, стали профессионалами и даже мировыми звездами. Сейчас молодое поколение с нетерпением ждет модернизированное спортивное поле, на котором можно будет тренировать навыки, повышать опыт, проводить яркие соревнования. Это большая возможность для детей развиваться, заниматься спортом. У молодежи появится возможность заниматься спортом. Нужна она тут. Ну что пожелаете молодому поколению? Заниматься спортом, не вмешиваться в плохие дела. Занимались, проходили, играли. Занимался борьбой, теперь буду еще заниматься футболом ради этой площадки. Площадка будет включать мини-футбольное поле, беговые дорожки с полиуретановым покрытием, универсальный игровой комплекс, предназначенный для игры в волейбол и баскетбол, площадку с уличными тренажерами и трибуны для зрителей. Проект предполагает, что объект будет оснащен штрих-кодами, что позволит посмотреть правильность выполнения упражнений и даже выстроить индивидуальную тренировку. Это мини-стадион, чтобы было понимание, там присутствует легкоатлетическое ядро. Есть футбольное поле размерами 60 на 30, будут установлены антивандальные тренажеры, также будут установлены тренажеры воркаут. В комплекте оборудования предусмотрено и наличие баскетбольной и волейбольных площадок. Таким образом, здесь, скажем так, любой желающий может найти свое на этом стадионе. Мы планируем, что данный объект у нас будет завершен примерно к осени, в зависимости от темпов работ, в зависимости от каких-то погодных условий, естественно. Ахмед Хагапсов говорит, что было проведено выездное совещание совместно с «Единой Россией», руководством и жителями города, где были учтены все пожелания и замечания населения. Строительство данного спортивного объекта пройдет в рамках реализации федерального проекта «Бизнес-спринт» государственной программы развития физической культуры и спорта. Совсем скоро на этом месте появится умная площадка, и сотни мальчишек и девчонок станут на шаг ближе к своей мечте. Мечте стать чемпионом в различных видах спорта. Альбина Курачинова-Кенжева, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Московский.